Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Локтионов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую серьезную тему, как увеличение груди и онкология. Кстати, пройдя по ссылочке, прикрепленной к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Один из самых часто задаваемых вопросов у меня на консультациях – это может ли имплантат, установленный в молочную железу, спровоцировать развитие рака молочной железы. Основываясь на опубликованных в мире исследованиях, которые проводились достаточно часто и с большой выборкой пациентов, доказательной базы того, что имплантат является причиной развития рака молочной железы, нет. Поэтому, конечно же, пациенткам не стоит бояться имплантатов как фактора возможного развития рака молочной железы. Но стоит отметить, что за последние 7 лет в мире были выявлены случаи развития анапластической крупноклеточной лимфомы. Это злокачественное заболевание, но не молочной железы, а лимфоидной системы, причиной которой были как раз силиконовые имплантаты. Это заболевание достаточно хорошо лечится, и в настоящее время выявлено, что причиной являлись имплантаты определенной фирмы-производителя, которое в настоящее время запрещено к установке как в мире, так и у нас в Российской Федерации. Поэтому я считаю, что установка силиконового имплантата в настоящее время не несет угрозу здоровью. Но не стоит забывать, что независимо от того, установлены имплантаты в молочную железу или нет, вероятность развития рака молочной железы все равно существует. И поэтому с постоянной периодичностью необходимо проходить диагностические обследования. Это ультразвуковое исследование молочных желез до 35 лет, маммографии после 35 лет, ну и раз в год посещать маммолога. Итак, сегодня я затронул такую серьезную тему, как возможность развития онкологического заболевания после операции увеличения молочных желез. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. И напоминаю вам, что по ссылочке, прикрепленной к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Всем здоровья, счастья и увидимся в следующем видео.